не любит, не любил и не нужен. Жена Аршавина и его дети как Барановской. Жена скандально известного футболиста Андрея Аршавина Алиса ответила на щекотливые вопросы. Женщина заявила, что спортсмену все равно, совсем, не любят, не любил и не нужны. Дети от гражданского брака с Юлией Барановской, чем буквально вызвала оторопь у подписчиков. Алиса Аршавина продолжает делиться с общественностью идиллическими кадрами своей жизни в Инстаграм. С недавних пор женщина перестала скрывать дочь Есеню, которую родила от мужа, и теперь ее аккаунт день ото дня полнится свежими фотографиями девочки. На сей раз Алиса опубликовала серию снимков, на которых запечатлела младшую наследницу вместе с отцом на футбольном поле. В комментариях подписчики высказали свое неоднозначное мнение. Многие пришли в восторг. Ой, какие классные, чудесные фотографии, глаз радуется, супер. Ой, какая пупсяшка сладкая. Рассыпались в комплиментах поклонники. Другие поинтересовались, встречается ли Андрей Аршавин с детьми от отношений с Юлией Барановской, а на первых деток ему все равно, спросил один пользователь сети. Алиса не замедлила с ответом. Да, все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны. Может, так отстанете, высказалась Аршавина. Скриншот. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики пришли в ужас и начали стыдить Алису. Вы вообще человек? Такое ощущение, что бездушный, бессовестный робот. Увести человека из семьи с тремя детьми и вот такое выдавать. У меня просто в голове не укладывается. Ну должен же у вас быть какой-то здоровый мотив, ох, ненавидеть всех. Такой есть. И вообще может быть причина ненависти к детям, которые вам ничего не сделали. Давно ли ты, Алиса, сопли на кулак наматывала из-за гулянок своего Андрюши? И тебя также кинет, с твоими детьми. Только вот нужно отдать должное Юлии Барановской. В отличие от тебя не опускается до твоего уровня. Взбились возмущенные комментаторы. Впрочем, возможно, Аршавина написала это на эмоциях, чтобы поддразнить. Поскольку далее в беседе с другими поклонниками она высказалась так. Точно ненормальные психически здесь, но забавно. Очень. Новость была опубликована 16:37.